Откуда мне знать? Я не разбираюсь в этих делах. Ты меня знаешь. Неважно, разбираешься или нет. Скажи, что думаешь. Я думаю, что это серьезная информация. То есть ты говоришь, что бы ты ни сделала? Нет, ну не говорю так. Ну, говорю, что это плохая идея, говорить мне об открытии больницы за границей. Почему? Да разве для тебя не лучше поговорить о деньгах с теми, кто в этом разбирается? Жандан, я хочу выслушать мнение дорогих мне людей, поэтому я позвонил тебе. Что говорит твой отец? Ничего не говорит, оставил все мне. Понял, ты тоже не поможешь мне. Ну, Мурат. Шучу, родная. Кажется, это нелогичная идея. Покидать Стамбул в такое время. Когда здесь все, что я ценю. Будет глупо уезжать за границу. Ладно, ты как? Я надоел тебе со своей проблемой. Какой Кю? В порядке? Ой, Кю в порядке. Слава Богу, в порядке. Память в порядке, настроение на месте, все хорошо. Я очень рад. Если что-то случится, можешь в любое время привезти в больницу, знаешь ведь? Знаю, спасибо. Мурат, может, пойдем? Мне завтра рано вставать. Хорошо, конечно, спасибо, что уделила время. Не за что, я ничего не сделала. У нее везде попкорн. Добро пожаловать. Я помогу тебе. Не нужно, я сам. Нет, я возьму. Жандан, не нужно. Жандан. Ты скажи. Давай разведемся. Что? Ты слышала, давай разведемся. Раз мы забрали Уйкю, то больше смысла нет. Я как-нибудь объясню Уйкю, что брак был формальным. И тебе станет легче. В каком смысле мне станет легче? Я не поняла. Станет легче, будешь жить своей жизнью. Будешь гулять в любое время, в любом месте с любимым человеком. Я заберу вещи из той комнаты, посплю здесь. Я и так стою раньше Уйкю. Погуляем сегодня, ты, я и сестра Жандан. Нельзя, у меня дела. Какие у тебя дела? Ну, есть дела. Я устроился на работу. Правда ты мне? И что за работа, где? Ну, работа, зачем вам? Я тоже пойду. Нельзя. Можно. Нельзя? Можно. А мне-то что, я тоже пойду, я тоже увижу твою работу. Дочка, это мой первый рабочий день. Что тебе там делать? Сиди дома с сестрой Жандан. Я выйду, чтобы пойти на работу. Пойдем со мной, если хочешь. Нет, хорошо, иди со мной, дочка. Но слушай меня. Ты не будешь разговаривать там, будешь сидеть. Мы до вечера будем там, хорошо? Чтоб ни звука. Ура! Хорошо, я закрою рот. Хорошо, даешь завтрак и пойдем. Дамир, я очень рада за тебя. Что за работа? Какая? Ну, работа, человеческая работа. Пойду и помою руки. Я расскажу тебе, когда приду. Хорошо.
Пойду переоденусь. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.